Какие задачи перед сборной стоят на матч Кипра у Уэльса? Какие? Только подумай. А наскільки принципово перемогти в товариському поєдинку Кіпр чи Уельс? Це принципово? Звісно, принципово, тому що ми граємо вдома при своїх болельщиках. І... нужно показать хороший футбол и желательно победить. Как оцениваешь ныне свои физические кондиции? Уже полностью відновився? Конечно, уже сыграл немало игр, поэтому чувствую себя хорошо. Спасибо. Насколько будет легко перестроиться после матча Динамо или чемпионов? Да, это же не первый раз вызывают сборную, так что я думаю, что уже все взрослые ребята и все умеют перестраиваться, и сборная, как я раньше говорил, стараемся. У нас здесь нет там Динамо, Шахтер, Днепр, Заря. Мы защищаем свою страну и выступаем за нашу страну. Не обидно ли, что не будет, например, за Уэльс играть Бейл, чтобы Уэльс проиграл с самым сильным составом? Да, лично мне абсолютно все равно, кто там будет играть. Я думаю, нужно смотреть на свою команду. Як Андрія Шевченка сприйняли в колективі? Ну как, хорошо. Такой человек, я думаю, что точно не помешает сборной. Ну я так розумію, что вы с Андрієм друзі, правильно? Як ви, коли тренер чи друг? Лучше друзья. У нас хорошие отношения. Так что сейчас Андрей Николаевич тренер, я подопечный. Тобто не Андрій, а саме Андрій Миколаївич, да? Ну, конечно, абсолютно. Только так.